Кто сказал, что физика скучна и непонятна? Ребята из развивающего центра «Ай-да-я» поспорят с этим утверждением. Первоклашки с легкостью собирают электрические цепи, разбираются в схемах и принципах работы приборов. И это далеко не все. В кабинете кипит работа. Ребята собирают простейшую модель вертолета. Движение магнитом, и пропеллер взлетает к потолку. В перерывах между конструированием интересные химические опыты. Как будто пепел какой-то. Да. Хотя это и есть. Воу! Это фонтанчик! Смотрите, ребят, сейчас вы запомнили, сколько было порошка? Он живой! Да это как будто лава. Да. С ребятами работает большая команда опытных педагогов. В их распоряжении самые современные технологии. Среди них опытная лаборатория, разнообразные конструкторы и многое другое. Что дает конструктор-знаток детям? В первую очередь это творчество. Да? Любой конструктор направлен на то, чтобы дети могли развиваться и сами что-либо придумать. Здесь дети придумают различные схемы, а мы уже смотрим, можно их воплотить в жизнь или нет. Да? Если можно, то я им подсказываю, как-то немножко мы их меняем, и дети, получается, создают схемы, которые им действительно интересны. То есть с различными диодами, тем же гирконом, магнитоуправляемым контактом. То есть дети применяют свое творчество. Детский развивающий центр действует в микрорайоне Кокисуумчор около года. За это время участниками образовательных программ стали почти 100 ребят в возрасте от 3 до 11 лет. Работа центра не прекращалась даже летом. Планы на новый учебный год грандиозные. Ой, ну в этом году хочется сказать, что мы основательно подготовились к новому учебному году. Во-первых, мы закупили много учебных пособий, а также закупили электронные конструкторы «Знаток» и конструкторы по лего-конструированию. Поэтому могу сказать тем ребятам, у кого есть технические наклонности, в этом году мы запускаем учебное объединение по лего-конструированию. Также у нас будет продолжать работать опытная лаборатория для деток с художественными способностями. Для маленьких мы открываем изо-студию «Акварелька». Для тех, кто хочет изучать английский язык, мы расширяем группы наши и набираем деток уже с 4 лет. Центр работает 7 дней в неделю. Более подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране, или через соцсети.